Лучшие штукатуры страны съехались в Хабецкий район. Впервые в республике на Хабецком гипсовом заводе в рамках проекта развития механизированных технологий проходит всероссийский конкурс «Штукатур. Профессия достойных людей». Задача мастера за короткое время – выровнять большое количество стен, не забывая о качестве выполнения работы. Какие условия созданы для штукатуров, сколько дней будет проходить конкурс и какие задания нужно выполнить, расскажет Альбина Ламкова. Всероссийский конкурс «Штукатур. Профессия достойных людей» проводится на Хабецком гипсовом заводе. Он организован в рамках проекта развития механизированных технологий Министерством промышленности и торговли Карачаево-Черкесии. Его девиз – поделиться мастерством, богатством своих знаний, большим опытом, показать аккуратность и приобрести новые умения в этом направлении строительства. Организаторы конкурса отмечают, что его проведение станет традиционным. Приезжают сейчас бригады из Питера, Санкт-Петербурга, Краснодара, Махачкалы, Чечни, Ростова-на-Дону, Ульяновска, практически со всей России. Так как отсутствует система какая-либо профессионально-технического образования и отсутствует возможность общения для этих людей, а потребность такая, как в каждом социуме, достаточно высокая, с этой целью мы создали этот конкурс. Это достаточно такая очень серьезная возможность, очень необходима возможность ребятам обменяться опытом. Мы первые подготовили это помещение. Во-вторых, мы подготовили материал, которым я работаю. Мы подготовили штукатурные станции, 6 штукатурных станций, которые здесь работают. Мы их разместили, собрали здесь в гостинице. То есть полностью завтрак, обед, ужин. В конкурсе участвуют 24 бригады штукатуров. Каждая из них от 2 до 4 человек. Состязания будут проходить 4 дня. В сутки соревнуются 6 бригад. Скорость, хорошее качество материала и, конечно же, опыт. Здесь важен каждый из пунктов, чтобы одержать победу в конкурсе «Штукатур. Профессия достойных людей». Площадь объекта, условия работы, комплект инструментов и количество материалов для всех участников абсолютно одинаков. Требования конкурса учтены заранее. Они помогут организаторам дать объективную оценку штукатурам в качестве выполненных работ. Надо сказать, что все конкурсанты – профессионалы, поэтому и состязание будет сложным, но и в то же время интересным. У каждого из участников многолетний опыт. Басан Улцаев работает штукатуром более 15 лет. Он считает себя профессионалом, но волнуется. На конкурсе Басан впервые опробовал механизированную штукатурку для выравнивания стен большой площади. Она позволяет выполнять работы в кратчайшие сроки при значительной экономии материалов. Наносится так же качественно, как если бы открытие наносилось вручную, говорит мастер отделочных работ. Многим штукатурам, считая со вчерашнего дня по сегодняшний день, многие штукатуры посчитали лучше этой штукатурной станции ее нанесение. На сегодняшний день нет. Подведение итогов показа техники исполнения выравнивания стен, производительность, качество и объем проделанных работ планируют провести в праздничной обстановке. Впереди торжественное награждение конкурсантов и победителей. Затем гостям представят концертную программу. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия, Хабецкий район.